Приветствую вас, Аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Честно говоря, опираясь пока на то, что вы написали, я не могу выделить момента, с чем связана ваша тревога конкретно. То есть, что это за тревога? Это страх, например, что вас бросят. Это какая-то неуверенность в себе. Это что-то еще. То есть, понимаете, меня на протяжении чтения вашего текста не покидало такое чувство, что вы не чувствуете себя в безопасности, вы не ощущаете себя в безопасности. Вот. И пытаетесь за счет молодого человека. Вы пытаетесь за счет молодого человека, ну, скажем так, себя обезопасить. Вот. Не то, чтобы это плохо. Я не могу сказать, что это плохо. Но, пожалуй, я буду с вами неискренним, если скажу, что это вызывает вопрос. Как минимум. Это вызывает вопрос. Это вызывает вопрос к тому, откуда у вас есть подобное ощущение. Вот почему у вас возникает такой, ну вообще такой, такие мысли, что нужно себя обезопасить, почему у вас возникают такие мысли, что он может вас, ну, бросить и так далее. Вот. То есть как будто бы вы не уверены в себе. И я бы сказал еще, что вот то, что вы говорите, что он вам ничего не говорит о том, что вас любит, вы говорите об этом, то вот тоже я бы сказал, выглядит как, знаете, желание подтвердить, что вы важны, желание подтвердить, что вы нужны, вот. Такой вот аспект здесь имеется, как мне кажется. И тонкость вся в том, что вы не можете в своем решении, ну вот просто в своих решениях, получаться, опереться на себя, вам нужно мужчина, вам нужен другой человек, чтобы опереться на него. То есть на него вы опираетесь, а вот на себя опереться вам как-то не получается как-то это сделать у вас. Вот. И если бы я на что обратил внимание, то вот на это. Вот, на некоторую неуверенность и на невозможность для нас, как мне кажется, опереться на себя в вопросах действия. То есть если у вас вот есть такие ценности, да,
такие ценности, что нужно создавать семью, то, соответственно, нужно твои интересы продвигать. Вот. Понимаете? И вы в этом не уверены. То есть вы готовы ждать, готовы жертвовать своими интересами, лишь бы человек был с вами. И это получается, что вы ставите его выше себя. Вот. Почему? Потому что себя вы в какой-то степени обесцениваете. Вот. И, соответственно, считаете себя хуже, чем он, например. Вот. Такой здесь аспект. И, соответственно, как я надеюсь, вы понимаете, вам на это нужно обратить свое внимание. В первую очередь, на это нужно обратить свое внимание. Дальше уже смотреть. То есть вот вначале решить трудность с опорой на себя, посмотреть, ну, может быть, самооценку повысить, может быть, со страхами, поработать, вот, и так далее. А дальше вы уже будете лучше опираться на себя настолько, чтобы, собственно говоря, иметь возможность решаться самостоятельно, а не ждать кого-то, не ожидать кого-то, не опираться на кого-то. Понимаете? Такая штука. Это важно. Это очень важный момент. Если вы хотите, конечно. Ну вот, чтобы ваша жизнь изменилась, да, если вы хотите, чтобы, ну, чтобы не было таких ситуаций в будущем, вот, и так далее. Хотя я понимаю, что это может быть не так просто, я понимаю, что могут быть определенные трудности здесь, я понимаю, что могут быть определенные проблемы здесь, вот я это прекрасно понимаю. Вот, но, как бы, правда заключается в том, что вам нужно думать о себе, и ваши интересы, они в первую очередь защищаются вам. Вот. А другой человек просто видит, как вы относитесь к, ну, я имею в виду, к своим интересам. Вот. И, соответственно, уже опирается на это восприятие вас и том, как вам относиться. То есть отношение к вам, оно вот строится из этого, в том числе. Как мне видится, по крайней мере. Вот. А вот, пожалуй, то, что я хочу вам сказать. Да, то есть, как бы, ключевой момент здесь в том, что вы боитесь, что он не готов. И ключевой момент здесь в том, что вам сложно опираться на себя.
ключевой момент в том, что вы пытаетесь добрать что-то у другого человека. Ну, допустим, да, потому что, ну, у вас, например, такие ценности, вот, это нормально, что у вас такие ценности, например, но только в том, что вы свои ценности как бы вот, вы их не продвигаете. Вот. То есть, ну, то есть вы не позволяете им своим ценностям как бы определять ваше поведение. Вот. А молодой человек, он абсолютно естественно это чувствует, да, и в итоге действует так, как ему удобно, потому что знает, что вы плаваете, грубо говоря, да, ну, вот, вы плаваете в этом, ну, в этой части, вы плаваете, вот. И все, и у него появляется, ну, возможность у него появляется, а к вам не прислушиваться. Как? Вот. Не потому что он там плохой какой-то, да, и так далее, нет, не поэтому. А потому что просто вот вы ему сами такую возможность дали, вы сами ему такую возможность предоставили, вот. И он думает, ну что ж, ну если есть у меня такая возможность, да, то почему бы не воспользоваться ей, вот. То есть это, ну, вполне логично, как мне кажется. Вот. А другой вопрос. А что вы будете с этим делать? Вот. И будете ли вы вообще с этим что-то делать? Потому что, ну, само по себе это изменится вряд ли. Молодой человек привык, вот. Ему, в принципе, хорошо, вот. Действительно, ему хорошо, ему действительно удобно, вот, в таком контексте, вот, это правда, ему действительно так удобно. Ну и что вы будете делать, вот. И, соответственно, чтобы этого не было, нужно как раз таки вот и работать в направлении вот как раз на тех моментах, о которых я говорил, вот. Чтобы не было такого, ну, в дальнейшем, чтобы к вам относились с уважением, да? Вот, и чтобы, ну, вы тоже, конечно, уважительно относились к желаниям человека, вот, к желаниям мужчины. И друг друга не оправдал. Вот, потому что, ну, сейчас, условно говоря, такой вот складывается такое впечатление, да, что
Это как будто бы, знаете, ну, борьба какая-то. Вот. А я не думаю, что отношения могут, там, грубо говоря, жить в борьбе. Вот. Поэтому моя идея, она заключается именно вот в том, чтобы вы, значит, посмотрели на свои страхи, которые у вас есть. И в первую очередь разобрались бы в них, или с ними. А дальше уже, возможно, будет, ну, более понятно, куда и в какую сторону вам можно будет двигаться, да, и как можно будет решать, ну, вот эту проблему, которая у вас имеет место быть. Вот. Я думаю, как-то так можно ответить на вопрос. Вот. При этом я, в принципе, понимаю, что, возможно, этого недостаточно. Вот. То есть я понимаю, что, ну, что, возможно, ну, информации нужно больше. Вот. Но пока что, исходя из того, что я увидел, пока что, я бы сказал, что это все, что можно вам вот дать на данный момент. То есть, как бы, дальше нужно только уже с вами разговаривать. Вот. Дальше уже нужно с вами общаться, вот, и смотреть по ситуации, по сути. Вот. Я думаю, примерно так. Но в целом, конечно, я бы обратил ваше внимание на те основания, на которых вы выстраиваете свои отношения с мужчиной. Потому что есть у меня ощущение, что оснований, вот, именно оснований, по которым вы, грубо говоря, вместе, ну, я бы сказал, что немного. Так, по крайней мере, это выглядит, так выглядит, по крайней мере. То есть, я не знаю, как на самом деле обстоят дела, да, но вот выглядит пока так, что у вас мало общего. Вот, у вас мало предыдущих звеньев. Когда-то вам было хорошо вместе, прошли годы. Вот. Отношения не развивались между вами, имею в виду. Вот. А ваша тревожность растет. И как бы, ну, притязания растут тоже, потому что сейчас вы уже говорите что-то типа того, что вот время, которое я потратила там, ну, на отношения с тобой, вот, или ты потратил на отношения со мной время. То есть, как бы,
тоже ведут вот в некоторой степени претензии. Вот. И на мой взгляд, это довольно-таки тревожный знак, потому что претензии это, ну, никогда не есть хорошо для, ну, для отношений. Вот. Вот, наверное, так я бы вам ответил бы с точки зрения вот психологии, психотерапии. Поэтому принять свой страх, который у вас есть, попытаться его, по крайней мере, принять. Вот, смотреть, что за ним находится, да, что за ним стоит, вот, за страхом. Это вот та задача, которую можно выполнить, в принципе. Это, ну, не так, это не так сложно, как вот мне кажется, по крайней мере. Не такая сложная эта задача. Вот. Вопрос в том, готовы ли вы это делать. Вот. Ну, а в целом это история про то, как я воспринимаю себя и насколько я себе доверяю. Вот. История это про данный аспект, как мне кажется, по крайней мере. Вот, из того, что я могу увидеть. Здесь, ну, вот, из того, что я могу заметить. Как решиться на разговор, спрашивать вы? На мой взгляд, вопрос не сказать, чтобы корректный, вот, потому что здесь важно не решиться на разговор, то есть важнее не решиться на разговор, важнее понять, что для вас этот разговор значит, что вы не можете на него решиться, вот это важнее гораздо. И если вы для себя это увидите, если вы для себя это сможете определить, вот, то проблематика, как мне кажется, вполне может решиться. Вот. Понятно, что, ну, понятно, что может быть не сразу, это понятно, но может решиться. Вот. А вот то, что хотелось вам сказать. По крайней мере, пока. По крайней мере, на данный момент. Ну, пока, по крайней мере, вот с учетом, да,
того, что вы пишете сейчас. То есть аспект здесь такого плана, как, ну, как мне кажется. Вот. А, давайте, наверное, на этом закончим. Пока что. Да? Вот. Мне кажется, что вам предстоит еще решить ну, хотите ли вы вот, двигаться в какую-то определенную сторону или нет, нужно ли вам это или нет. Если решите, то мы, психологи, готовы будут вам, я думаю, помочь в этом плане, да, и помочь вам данные вопросы решить и помочь вам разобраться в себе. Вот, если такое желание у вас будет, конечно. А на этом все, пожалуй. Я надеюсь, что это было интересно вам. Я надеюсь, что это было полезно вам. Вот. Буду благодарен буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, да, могло бы послужить началом психотерапии. Вот. Ну, ваше, это могло бы послужить началом работы над собой. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Вот. Удачи. И будем надеяться на то, что ситуация разрешится.